Доброе время суток, друзья! В этом коротком ролике я расскажу вам, как исправить черный пропстетик на вашей карте в CSGO. Итак, первым делом я должен предупредить, чтобы исправить черные пропы, вам достаточно будет компилировать вашу карту в эксперт настройках в режиме Full Compile Bof Final Slow. Но зачастую это может оказаться долгим процессом, и подойдет такое решение только на финальном этапе создания карты. Что же делать, если мы только начали нашу карту и хотим быстрого тестового рендера? Заходим в эксперт настройки и выбираем Fast режим. Выделяем строку Light, освещение, и в ее параметрах перед ними нужно вставить дополнительные свойства. Static Prop Lighting, Static Prop Sample Scale. Будьте внимательны и ничего тут не удаляйте. Если все было выполнено по инструкции, то при компиляции мы увидим приемлемый результат. Надеюсь, кому-то это видео поможет. Ну а я скажу традиционное: удачи, тамадачи!